Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видосе я вам расскажу о том, как Microsoft изъяла игру. Да, причем не у меня одного, а практически у всех. Перед началом ролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также в комментах напишите: «Майки, вы офигели, где игра?» Ну, чтобы как-то придать этой ситуации огласке. В общем, буквально 2 недели назад, может быть даже меньше, приключилась такая ситуация, что ребята обнаружили, что игру Gears of War 3 нельзя никаким образом скачать, и почему-то она вообще пропала. Это действительно так, я когда читал, сначала не поверил, думал, что это очередная фигня. Но действительно, если что, Gears of War 3, он был в подписке Xbox Game Pass, и если мы, так скажем, поковыряемся здесь и обнаружим серию Gears, то третьей части мы не обнаружим, что ее просто изъяли с пасса по каким-то причинам. Интересно еще то, что если мы зайдем в Microsoft Store и попытаемся тоже найти Gears of War 3, то мы ее, в принципе, также не обнаружим. Мы обнаружим, конечно же, дополнение для нее, но самой игры не будет. Окей, это еще полбеды. А все вы знаете, что, в принципе, я фанат Gears of War, у меня есть все части, и вот здесь самое интересное. Дело в том, что Microsoft почему-то изъяла игру даже у тех, у кого она была приобретена. То есть, по сути, я ее в свое время брал по голду. Я, по-моему, активировал даже код, когда у меня была четвертая часть. И третьей части у меня попросту нету. То есть, понимаете, да? То есть, даже у тех, кто приобретал в цифровом издании, почему-то игру изъяли. Если вдруг у вас то же самое, то напишите об этом в комментариях. По какой причине они это сделали, пока вообще никак не разглашается, почему, зачем, все это неизвестно. Единственный способ для тех, кто хочет очень сильно поиграть в эту игру, это все-таки пока приобрести диск. Он работает, игра реально запускается, я проверял вчера, то есть с этим проблем нет. Но вопрос, почему изъяли игру, когда она была приобретена, без каких-либо там, я не знаю, причин, объяснений, и вот это остается загадкой. Вообще, кстати, с этой игрой всегда были какие-то проблемы, если кто-то не знал, опять же, чтобы был русский язык в этой игре, надо было скачивать ее с американского региона, потом переключить на русский, и опля, у вас, короче, русские субтитры. Если вы скачиваете эту игру с русского региона, да, с российского, то, в принципе, у вас английские субтитры. С чем это было связано, без понятия. Да, возможно, что этой игре поможет, опять же, переключение региона, но я пока этого не пробовал делать. Если вдруг вы пробовали это делать, да, если у вас появилась или не появилась эта игра, то напишите об этом в комментариях. Знаете, вот глядя на эту ситуацию, я даже не нахожу каких-либо причин, почему они так могли сделать. То есть я читал кучу форумов, всяких новостей, но нету нигде обоснования того, почему и зачем они это сделали. Может быть, какие-то авторские права, хотя, блин, это же эксклюзив Microsoft, фиг знает. Короче, очень странная фигня, и, короче, ребят, игры от Xbox 360, я прихожу к выводу, что лучше все-таки брать на дисках, потому что это гарантия того, что игра у вас останется навсегда. Еще один маленький момент этой игры. Если что, эту игру можно найти через Microsoft Store, российский через ком, через сайт xbox.com, но почему-то у тех, у кого она была приобретена, все равно стоит купить. Я уж не пробовал ее покупать, поскольку она у меня есть на диске, но если вдруг кто-то покупал ее повторно или как-то, я не знаю, приобретал, то напишите в комментариях, получилось ли у вас вернуть, так скажем, в вашу библиотеку игр Gears of War 3. Потому что я не знаю, как решить эту проблему, кроме как диска. Короче, вот такие вот очень странные дела. Почему, зачем, для чего, не понимаю. Но эта ситуация, на самом деле, реально смешно смотреть, поскольку те, кто краем ухом слышал про эту ситуацию, могут сказать: вот, у Xbox даже игры пропадают, все, пацаны вообще без игр останутся. Нет, это просто какая-то странность с этой игрой, и в чем причина? Вообще без понятия. Короче, если вдруг у вас пропал Gears of War, да, и вы хотели в него поиграть, вы не расстраивайтесь, не пугайтесь, это общая проблема, и я думаю, что она решится буквально, ну, в считанные месяцы, надеюсь. А может быть даже и раньше, потому что, в принципе, это, ну, как-то странно, что одну игру без каких-либо причин, ну, просто убрали, особенно у тех, кто ее приобретал, это вообще какая-то дичь. Короче, такие вот новости, такой вот, в принципе, бессмысленный, просто осведомляющий вас о этой проблеме видос. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот, ждите новые видосики, и большое спасибо вам за просмотр, до новых встреч. Главное, не пугайтесь, Gears of War 3, я думаю, вернется.